как минимум высокая мода – это искусство. Конечно, как и в изобразительном искусстве, в современном что-то останется просто картинами, что-то будет признанным произведением искусства, так и в моде. Что-то будет просто одеждой, там, как это ширпотребом называют, что-то будет произведениями искусства, которые потом будут в каталогах моды, и дизайнеры будут известны на весь мир. This was the Mercedes-Benz Fashion Week Russia, and we're looking forward to see you next season.